Друзья, всем привет! Хочу оставить отзыв о работе Ольги Благодаровой. Вчера мне посчастливилось побывать у нее на процессе гипнокоучинга. Раньше я участвовала в регрессивных сессиях, регрессивного гипноза. Вот, однако то, что делала Ольга, мне показалось более глубоким. И могу сказать, что сегодня уже чувствую эффект, потому что заходила в процесс с довольно сильной болью, которая физически ощущалась, которая сопровождала меня несколько месяцев, боль в районе сердечного центра. И сегодня от этой боли я поняла, что то, что с утра ощутила, небольшой такой укол, да, это, ну, может быть, 3% от того, что было, потому что боль была очень сильной. И у меня это вызывало периодически, ну, приступы такие, да, слез. То есть хотелось плакать, и любые какие-то болезненные воспоминания, ну, вызывали слезы. И сегодня было несколько провоцирующих факторов, в общем-то, которые последние вот несколько недель именно такую реакцию вызывали. Так вот, у меня сегодня этой реакции нет. Как и боли той, которая... Вот был маленький отголосок, и она ушла вообще полностью. И очень интересно, что в сессии, хотя у меня не было этого в изначальном запросе, мы вышли на мой гнев, нашли его корень, причину, да, то есть у меня он иногда возникал спонтанно, непонятно откуда, я понимала, что мне сложно с ним справиться, это какой-то внутренний процесс, хотя я очень много занимаюсь разными практиками, но вот тема гнева, тема любви к себе стояла очень остро. И вот очень эффективно Оля вчера со мной поработала. И вот вышли на корень этого гнева. Ну, буду, конечно, еще наблюдать. Но по ощущениям, что что-то такое чуждое мне, оно ушло. И больше не присутствует в моей жизни. Олечка, спасибо тебе огромное за твою работу, за твой путь, за твой опыт, за то, что ты делишься с людьми, за то, что ты делаешь для людей. Вот, желаю тебе успехов на этом пути и огромного счастья. Спасибо огромное.